В розыгрыше «Зимнего мяча» осталось провести последний тур только в первой лиге. А вот Суперлига и вторая уже закончили свои соревнования. В самой престижной группе одинаковое количество очков набрали две команды – «Пищевик» и «Искра». Но по разнице забитых и пропущенных победа досталась команде сахпоселка «Искра». «Пищевик» второй. Бронзу завоевал «Велазер». Во второй лиге места распределились так. «Арена» отстояла свое золото. На одно очко отстал ДВТК. Третье место заняли «Ветераны». Хотя их могли догнать и ПУ-16, и «Скиф». Самая интересная ситуация сейчас в первой лиге. За один тур до конца больше всех очков имеют футболисты «Динамо» из линейного отдела внутренних дел. Будущих полицейских уже никто не потревожит. Вторую строчку пытается удержать Междуречье. На 3 очка меньше у «Борисовки». Все решится в субботу 19 февраля. В турнире на призы ТМК завершились игры во второй лиге и в Лиге ветеранов. Во второй весь сезон отличную игру показывала команда «Эйвон», тренер Илья Дмитрюк. Он и сам играет в первой лиге за «Велазер», который претендует на первое место. Также серьезную подготовку своих команд ведет Сергей Маврин, тренер-преподаватель ПГСХ. Он отвечает за 2 команды в первой лиге, за 5 во второй и 1 команду в третьей лиге. В ветеранской лиге победу одержали футболисты «Локомотива», вторые – гости из Владивостока, команда «Фантазия», и третий – «Пищевик». Во второй лиге первый – «Эйвон», второй – учебный центр и третий – студенты ПГСХ. Еще одни мини-футбольные соревнования проходят в спортзале «Локомотива» ремонтного завода. Участвует 6 команд. Игры проходят в 2 круга. Первое место на данный момент держит УЛРЗ, на втором – «Восход». Столько же очков имеет «Велазер», но ввиду личных встреч приоритет получает первый. Игры проходят каждый понедельник и четверг в вечернее время.